А вас, парни, все чаще говорят в городе. Да, вчера слегка помахали кулаками, ерунда. Я не про кабацкие драки. Я беспокоюсь, что ты приходишь в клуб и за всех платишь. Ну, надо же бабки тратить. Продуй их на воскресных скачках. Своди даму на шоу, ну или вложись во что-то. Что, стать парнишкой с Уолл-стрит? Не дерзи мне, Томми! Я пытаюсь объяснить тебе, как не оказаться в канаве. У тебя была собака, Том? Да. Дворняжка в детстве. Мне было лет 8. Мы еще жили на Сицилии. И была у меня красотка чернокодолетна. Шустрая борзая. Не было собаки быстрее ее. Я встретил Дона. Мы стали проводить собачьи бега. Ставили на нее мелочь, пустые гильзы. Ни одна собака не могла догнать ее. Пока в какой-то день она не пришла второй. Мы проиграли тогда складной нож, но Дон пришел в бешенство. Она состарилась? Нет, залетела. Началась течка, она сбежала. И каждый пес обвинил ее. Ты как та собака, Томми. Соря деньгами, ты становишься сукой во время течки. И каждый в этом клубе мечтает тебя отыметь. А когда тебя отымеют, ты становишься бесполезен. Понимаешь, о чем я? Да, я тебя понял. Хорошо. Задумайся о своей карьере. Полли достиг потолка. Он хорош в драке, но умом не блещет и руководить не может. Сэм предан, но он недальновиден. А вот ты, Томми, мог бы однажды управлять городом. Что ж, я ценю это, Фрэнк. Так это... Что случилось с собакой? Дон хотел ее утопить. Я сломал ему нос. Высади меня здесь. Передавай привет Саре, Томми. В те дни всем заправлял Фрэнк. Планами, заказами, деньгами. Он мог позвонить хоть посреди ночи. Томми, Фрэнк просит тебя дождаться его в гараже. Похоже, тебя ждет работа. Спасибо, Луиджи. Сара там готовит, она принесет тебе поесть. В такой дождь? Ха, умница девочка. До завтра, Луиджи. Итак, ребят, всем привет, мы с вами продолжаем проходить Mafia Definitive Edition. Когда босс еще был при припоне, послали нас шлюпнуть одного типа, какого-то Прости, что долго, Том. Мы с Доном перепроверяли цифры за тот месяц. Ничего. Что за работа? Тебе нужно немножко помочь Сэму и Полли с сегодняшней поставкой. Выпивка? Прямо из Канады. Что нужно делать? Сэм ждет наших друзей с севера на ферме рядом с городом. Полли присмотрит за доставкой товара на наш склад. Но ты должен поехать с ним. Будь настороже. Проследи, чтобы не было проблем. Хорошо. Возьми тачку у Ральфи и найди Полли на складе. Он прихватил стволы на всякий случай. Да, Фрэнк, сделаю. Славно. Прошу тебя, доставь канадский товар в сохранности. Понимаешь, Дон уже присмотрел для себя один ящик. Давай, Том! Эй, эй! Осторожнее! Я же только высох. Прости.
Знаешь это место? Еще бы. Мы уже забирали поставки с этой фермы. Не пас. Там нет ничего, кроме вонючего коровьего дерьма. Срубим бабло и даже не вспотеем. Парни загрузят тачки, и мы сразу обратно. Да, тянуть не стоит. У меня еще есть планы. С Сарой встречаюсь. Дочурка Луиджи, твоя ночная смена. Ну ты и тип-том. Защитил однажды невинность девушки и сам же ее отобрал. Заткнись, Поле. Ладно. Я просто шучу. Классная девчонка. Женишься на ней, она быстро тебе мозги вправит. А я вернусь в берлогу. Интересно, что бы она могла поведать о своем старике. Брат Луиджи был тем еще убийцей. Я и не знал. Она начала работать в баре практически с пеленок. Наверняка слышала кое-что. Может, знает о наших делах больше нас. Она знает достаточно, чтобы не задавать вопросов. Здорово. Тебе не придется ей врать. Заодно это... Можно на ней жениться. Вот черт. Сэп должен ждать здесь, но его нет. Что-то здесь не так. Да ладно, не ссы в трусы, Том. Может, он от ливня укрылся? Или дегустирует? Разбудим его. Я его не вижу. Ладно. Пошли искать. Если я испорчу свой новый костюм, а этот осел просто нажрался, я убью его, клянусь. Держи. На случай, если Фрэнк прав. Я раздам пушки остальным. Решим, что к чему. Иди вперед и глянь, что там. Мы тебя догоним. Так. Кто-то здесь прятался сегодня. Парень, что смотрит за этим местом, совсем хозяйство запустил. Какое-то все бесхозное. Да блин, я ни черта не вижу. Что-то здесь не так. Что за сволочь собак убивает? Где ты прячешься, мать твою? Смотри, ты грузовик, окей. Эй, приятель! Войдешь, брось оружие! Ты первый! У нас нет времени! Прости, парень. Видимо, придется по-плохому. Ну ладно. Скорее сюда! Я его прижал! Кто кого прижал на 6 секунд. Поднял пестик. Эй! Эй! Сюда! Еще немного! Хорош! На то убрать. Хорош! Блин, у меня хп. Ну, там последний остается. Что, дробовика его копнуть? Он вылез.
Хорош. Стой! Это я, Том. Оли, ты почему так долго? Искал Сэмми. Нашел его? Пока нет. Только этого. Один из канадцев. Готов поспорить, остальные тоже мордой в грязи лежат. Вот черт. Это копы. Откуда я знал? Я не видел значок. Они ничего не сказали. Похоже, платит Морелло. Вот гнида. Он и этот бизнес отжать хочет. Забудь об этом, Том. Надо найти Сэма и валить отсюда. Серьезные ребята. Должно быть, из пограничного контроля. Да. Их не пальцем делали. Копы Лост Хевена на их пони просто котят. Пограничный контроль на поводке у Морелло. Мы нашли канадца. Сэма там нет? Нет. Хоть что-то радует. Ублюдки несчастные. Блин, ничего-то не видно. В этом сарае кто-то есть. А, вижу вход. Так, нет, надо ХП вернуть. Ложись!
Блин, что прикажете делать? Рвануть? Это как бы это единственный вариант для нас. Короче. Сейчас рвану нафиг. Раз. Два. Три. Ложимся. Ага. Ага. Все. Слава богу. Давай к нему. Здесь прикройте нас. Стреляйте во всех, кто появится на горизонте. Кроме нас. Эй, Поля. Сэмми? Что они с тобой сделали? Подстрелили. Боже, сколько же крови. Идти можешь? Нет. Нет, не думаю. Ладно. Ладно, ладно, ты только держись. Сейчас подгоню тачку и поедем к доктору. Эй, эй, ты справишься, Сэм. Томми, останься с ним. Я мигом. Я мигом, скоро вернусь. Ладно. Суки! Эй, все будет хорошо, Сэм. Бывало и хуже. Да. Да, бывало. Приплыли. Да кто, блин? Они лезут по лестнице! Где он? Хорош. Там еще аптечка, я вижу, поэтому сейчас мы возьмем, как только этого прикончим. Бог ты мой! Где этот чертов грузовик? Черт, легавый!
Я сейчас Томмиганом всех порешаю. Тони и Донни тоже? Да. Вот же сраная бойня. Как сам? Пока вроде держится. Я за ним. Смотри оба. Все, парень, едем домой. Мне нужен доктор, Полли. Да, я вижу, Сэмми, давай, держись. Тихо, тихо, все тихо. Сколько тебе золотая? Ничего. Хорошо. Полли, у нас еще гости. Скорей, едем. Я рядом, Сэм. Поищи Томпсон. Еще там должны быть патроны. Как будут прямо за нами, вали их нахер. Не дай им обогнать нас. Хера себе! Откуда у них такой грузовик? Водителя грохнуть и все. Господи, кто ты? Завали их уже! Сэм, ты как? В задницу, Том!
Ну да, да. В грузовике полно дым! Тихо. Это тачка! Олли, у нас... Нормально. Пропалагли. Я труплю бить по духам! Ну еще и добра. На месте, Том. Вытащи Сэма, я схожу, разбужу доктора. Сэм, Сэм. Мы на месте. Док тебе поможет. Я у тебя трижды в долгу. Здесь делаешь так поздно. Я. Здрасте, док. Простите, что поздно, но с нами раненый. У нас несчастный случай. Ладно, заносите его. Хорошо, спасибо. Так. Я побуду с Эбом. Отгони грузовик обратно и иди спать. Я останусь. У доктора и так забот полно. Не хватало ему еще толпы здесь. Иди, Том. Все нормально будет. Ладно. Хорошо. Эй. Ты молодец, Том. Опоздал. Ужин остыл. Работа.
Выходи за меня. Хорошо. Ну, вот и все. Загородная прогулка пройдена. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кирилл. Всем удачи. И пока. Увидимся в следующей серии.